Росгвардия Дагестана намерена проверить готовность образовательных учреждений региона к новому учебному году. При обследовании специалисты будут учитывать состояние системы безопасности, антитеррористическую защищенность, охранную сигнализацию, видеонаблюдение, наличие специализированной физической охраны и тревожных кнопок. Кроме того, в рамках мероприятия сотрудники правоохранительных органов уделят внимание оперативности реагирования вневедомственной охраны на сигналы тревоги образовательных учреждений. Отметим, что подобные мероприятия проводятся регулярно для обеспечения безопасности детей.